эта пиццерия «Смачни традиции». Вы нас сюда так много раз звали, что мы наконец-то приехали. «Смачні традиції» – одне з популярних місць серед студентів. Це двоповерховий фастфуд з низькими цінами. Розташований у центрі міста. Відгуки неоднозначні. Ревізор, будь ласка, завітайте до піцерії «Смачні традиції», або інакше її називають «Бістро». Тут дешеві ціни. На 30 гривень можна наїстися з головою. Доволі смачно. Заведение сначала очень нравилось. Сравнительно невысокие цены, приветливые официанты, большой выбор блюд. Но последнее время участились пищевые отравления. Есть здесь больше небезопасно. Радуют скидки на блюдо дня. Как студентке, есть здесь выгодно и быстро. Отразу на кухню. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, рады вас видеть. А вы кто у нас? Шевчук. А вас как зовут? Анна. Очень приятно. А у нас есть еще одна Анна. Я знаю. Да, вот она. Анна Жижа. А что это такое? Это компот, это плов. Дата 19.03 сегодняшняя. Да, 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 вот попробуйте. Да. Я чувствую. А это у нас что, компот? Это компот, да. Ой, прям кипяток. 19.03. Ага. А зачем вы это все на полу храните, Ань? Тут стоят кастрюльки. У вас места нет ставить больше кастрюль? Большие нет, к сожалению. Нужно куда-то расставлять, простите. Хорошо. Просто на полу хранить готовую еду и компоты, как бы не камильфо. Хорошо, извиняюсь. Так нельзя. Давайте посмотрим на кухне. Вас как зовут? Денис. А головной убор где, Денис? Нема. Что значит нема? Вымазал. Он да. Кто получил? Выговор. Минус 25 из зарплаты. Нет. Чуть не получил, точнее. Минус 25% или гривен? Нет, гривен. Ну, я знаю штрафовать, но нельзя. Все правильно знаете, Аня. Но ему головной убор надо какой-то временный выдать хотя бы. Выдайте сейчас ему шапочку нашу. Хотите, мы дадим шапочку. Бесплатно. Давайте, давайте. Да? Сейчас принесут, дадим. Что за шапочку, пожалуйста? Так, а вас как зовут? Настя. Ждали нас гости? Честно, девчонки. Да. Слышали, но мы думали, что это сплетни, потому что нас за последние два года, наверное, раза три говорили, что ревизор. Денис, возьмите. А, спасибо. Мы стараемся быть всегда готовы к вашему приезду. Вот и проверено. Плита у вас. То там, то тут можно встретить мелкие капли жира. Полы вы все вымыли, я вижу везде. Правильно сделали. Надеюсь, так всегда. Всегда я вам. Что не буду мне? Клясться, потому что, ну, как бы, ну, хорошо, клянусь, всегда. Да. Сподеваемось. Стандартной обычной вытяжки на этой кухне нет. Вместо нее вентиляция. Вижу куски жира. Так, и как у нас проходят генеральные уборки? Генеральная уборка у нас проходит по понедельникам. И каждый день мы вечером после работы убираем, вымываем. А вытяжку не довымали. Посуда на кухне вся алюминиевая. Кастрюли и даже новые сковородки тоже алюминиевые. Сковородки здесь чистые, они без гари, без налета. А вот это у нас что? Тут еще другие сковородки. Ну вот это вот старая гари, ее нужно вычищать. Мы все. Мы вычищаем. Мы на пересменках вычищаем. Когда у вас пересменка? По понедельникам. Но это не с понедельника. Не знаю. И это все нужно было тоже вымывать. Пожалуйста, отдайте на мойку, пусть занимаются этим. Зажаренный лук вместе с маслом стоит внизу, прямо на уровне ног. Когда зажарили этот лук? Сегодня. И когда? Часа полтора нужно. И куда он у вас пойдет? На картошку по-домашнему. Вот эти овощи теплые, потому что на кухне горячо или потому что... Потому что они только приготовлены. А посмотрите здесь внизу. Вот курица это. В сыре, либо в сыре. Але что за звичка класти готові страви на підлогу? Дата стоит 19.03. Во-первых, не накрыли, во-вторых, все на уровне пола. У вас Денис бегает с голыми ногами, волосатыми и без шапки на работе. Не справимся. Заворачивайте в пленку и ставьте в холодильник. И негайно. А что это внизу за чайник с чашкой? Это надо спросить у нашего коллектива. Ну, я подозреваю, что у них, видимо, места другого нет. Место есть. Ну, вот кто-то здесь пьет чай, прям поставил на пол чашку. Так почему это не убрать? На подлозе відбувається найцікавіше. Чья кружка? Это мы как раз сидели, пили, и во время вашего прихода
позривалися, якщо ж уже паніка, паніка. Є чого панікувати? Заберіть, будь ласка, свою чашку, і здесь їй не місце. Давайте проверим качество масла. В руках у меня анализатор качества масла. Вы как часто его меняете? Это меньше зажарено, потому что здесь жарятся только картошки. Это больше, потому что здесь жарится, у нас есть такое, как русская курча, котлеты. Сколько в день жарите порции картошки фри и всего остального? Где-то ведерко, вот таких 3-4. Это же много. Давайте проверим. Погружаю в первую купель. Итак, масло в полной норме, показатель 13,5. Во втором фритюре. Масло темнее. Цвет тоже остался зеленым. С маслом все в порядке. Молодцы. Идемте дальше, будем смотреть. Более я ваши холодильники не видел. Да, а вот он и стоит. У вас один единственный? Цех один, да. Итак, холодильник горячего цеха. Судок накрыт неплотно. Написано плов, дата 18.03. У вас нет герметичных судков? А мусить бути, щоб продукти не обвітрювались. Рядом с пловом зачем-то лежит упаковка молока. Это на пюре. Срок 22.03. Молочный холодильник есть? Есть в мучном. Это вот человек работает. Mm-hmm. Я себе взяла, чтобы не бегать, потому что далеко. Может, це і зручно, але точно неправильно. Ниже у вас что такое? Мясные заготовки сейчас на. Полька. Это куриная отбивная с помидором и сыром. 19.03 написано. И там у вас внутри куриное филе. Так, это жареные отбивные тоже с датой 19.03. Майонез. А там в майонезе что плавает такое? Угу. Грязная ложка кто-то залез? Наверное. Тертый сыр, жареные грибы, все в отдельных контейнерах. Я подозреваю, что у вас эти блюда расходятся очень быстро. Да, ну это утреннее, оно... Для того, чтобы не смешивались запахи, обязательно должны быть закрытые герметичные емкости. В резинке уплотнитель немного грязи, но ее здесь быть не должно. Идемте дальше, посмотрим еще ваши холодильники. Мясной холодильник. Верхняя полка. Стикер 19.03. Внутри в этом сутке куриная печенка. Рядом таз. Это что? Фарш. Дата 19.03 тоже стоит. А это у вас дата 19.03. Так, шашлык плавает в соусе. Ну и пахнет свежим. Тут майонез и горчица. Тут у вас огромный контейнер со свининой 19.03. С ним столько крови уже натекло. Сегодняшней свинины и столько крови. Поставка мяса каждое утро. Теперь смотрим вниз. Что у нас? В мясном холодильнике делает рыба. Сырая рыба, прям с лимоном. С датой 18.03, вчерашний. В данный момент рыбный холодильник поломался, и мы временно переместили это сюда, на нижнюю полку. Нельзя так. Категорично. А когда холодильник сломался, ваш рыбный? Где-то с неделю. С неделю? И у вас неделю мясо с рыбой в одном холодильнике? Ну, вы же знаете, что это самое неправильное, что вы могли сделать. Знаете, и все же сделали. Салатный цех идемте. Тут у вас овощи какие-то стоят на палете. Что вы там прикрыли? Чищенный лук. Зачем мусорными пакетами? У вас же есть пищевая пленка. Это же не пищевой пластик. Выправляйтесь. Салатный холодильник. На верхней полке я вижу заправленный майонезом. Это печеночный торт. Тут какие-то два стикера, мне интересно. Один 19 число, а второй какой? На просвет попытаемся определить. 18. Жарили 18-го, сегодня перемазали, написали 19. Простите, когда перемазывали, той же пленкой его накрыли? Стикер должен быть один единственный. Именно тогда, когда вы сделали этот печеночный торт. Сделан он когда? Сегодня или вчера? Жарим горячий цех. Они сегодня перемазали. Вы сегодня перемазали. В какое время? Что вы делаете? На всем том, что вы заправляете майонезом, вы сразу должны ставить не только дату, но и время. А иначе чем доведете? Смотрим ниже. У вас тут стоят контейнеры с салатами, заправленными майонезом. 19 число. 19 число. Это что, оливье? Салат с крабовыми палочками.
почему нет времени? У вас огромный поток людей. Вы ежеминутно выдаете, я подозреваю, большое количество салатов. Когда вы готовите впрок, начинаете утром, у вас большой процесс, вы обязаны ставить время изготовления каждого салата, когда вы его заправляете. Я понимаю, что это наша вина, потому что мы не поставили время, но они свежие, они не успевают портиться. Але заправляти їх можна тільки перед подачею. В холодильнике нужно вымыть полки. Так, скажите, у вас еще и сладкое ж делают? Да, на втором этаже пиццерия. Завітаємо до кондитерського цеху. Помещение у этого фастфуда огромное, целых два этажа. На запах нужно идти. Здрасте. Итак, я смотрю, что здесь очень много разных заготовок. Они все остывают на полках. Смотрите, основы для тортов, для пирогов, да? Бисквиты вы сделали. Да. В принципе, все вроде бы неплохо, но девочкам нужен свежий воздух. Да, девочки? У нас открытое окно. У вас есть открытое окно, но за окном... Москитные сетки. Нет москитной сетки. Видите, вы все знаете. А почему ее нет? Потому что... Вы скажете, нет москитов, да? Есть москитная сетка у нас, только мы ее сняли на зимний период. Сегодня, конечно, очень странная погода. Ночью был снег, днем светит солнце, но редкая шальная муха может проснуться. Но даже не в мухе дело. Смотрите, вот вы сделали одну заготовку для крема. Тут у вас... Крем горячий. Пыль, которая будет лететь из окна, куда попадет? Вам в эти десерты. Давайте посмотрим на ваш десертный холодильник. Бум-бум-бум. Ого! Рай для лазунил. Я небольшой любитель сладкого, но... Когда я его вижу в таком количестве, мне сразу хочется что-нибудь да и съесть. Но я на работе, и я не могу себе это позволить. Тем более, холодильник я просто проверяю, а не зашел угоститься чем-то вкусным. Итак, девочки, я у вас вижу, на каждом пергаменте возле торта указана дата изготовления. Вот один торт сделан 15.03. Это какой? Эстерхази. На основе чего он делается? С молока, желтков, яиц и масла. А вот этот торт у вас сделан 15 марта. Заготовка была сделана 15-го. Нет, не перемазана. Это опять же та же самая проблема, с которой мы столкнулись в салатном цеху. Выпекается вот такая вот заготовка. Вот это безе. Потом только, допустим, вчера вечером оно было перемазано. Допустим, проблема в том, что мы не поставили время. Я согласна. А почему вы маркируете заготовки, если у вас полный холодильник готовых десертов? Маркируют они их, когда выпекают. Но не маркируют, когда перемазывают кремами. Торти з кремами зберігаються набагато менше. Вони просто фізично не встигають. Ви бачили, скільки людей в залі. Ваші дати заготовки – це неправильні дати. Вам потрібно вказувати дату і час у кожного десерта, коли він зроблений. Зараз я бачу один торт з датою 15-го, другий торт вище – з датою 16-го число. Розумієте, у половини десертів срок годності змеряється часами. Проверю чистоту еще на холодильнике. Пыли не нахожу, но боюсь только вот это что-то перевернуть. На всех поверхностях стоят заготовки. Тут коржи. Дата 13.03. Что, 6 дней коржи лежат? Сподіваємось, з маркуванням десертів розберуться негайно. Так, спасибо, что показали кондитерский цех. Идемте. Сейчас самое время пойти и вымыть руки. Идемте, сделаем это. Здесь рукомойник, а вот это и сам туалет. На сливном бачке пыли и грязи нет. Кнопка у сливного бачка тоже чистая. Крышка унитаза чистая. Под крышкой я нашел волос. Ему здесь не место. На ободке пятен больше нет. Под ободком нужно чуть лучше вымывать. Сливаю. Сливает нормально. У ерша коричневый цвет оправдан тем, что он изначально коричневый, но не везде. Вот, это уже от предыдущих гостей. Гидко! Ерш не домывают. Туалетная бумага в держателе самая обычная. На держателе пыли нет. Мусорное ведро наполовину заполнено туалетной бумагой. Над дверью пыли нет. Дверная коробка чистая. Так, теперь давайте вымоем руки. Тут есть еще один крючок для одежды. На дозаторе с жидким мылом я ни пыли, ни подтеков не нашел.
на держателе для одноразовых бумажных полотенец я тоже ничего не обнаружил. И это хорошая новость. Мусорное ведро уже разбитое, кто-то его ногой шандарахнул. В нем тоже много бумажных полотенец. Пакет пора выбросить, заменить на новый. Что, давайте мыть руки. В переливе сопля из грязи. Кран вроде бы протирают. Горячая вода, интересно, есть? Это холодная, а это теплая. Ой, а мыло такими мини-порциями. Как есть мини-косметика, так и есть мини-доза мыла. Мыло пахнет фиалками. Горячая вода пошла. Руки вымыл, вытер. В этом туалете убирают, но грязь здесь может появляться быстрее, чем ее успевают убрать. Что людей-то очень много. Самое время делать заказ. Кто к вам в основном приходит? Студенты. Студенты. А вот сейчас у нас, кстати, у нас какая стипендия? У студентов университетов стипендия 825 гривен, если я не ошибаюсь, да? Я не знаю. Я, допустим, учился в КПИ, привет, альма-матер. И я учился хорошо, стипендия у меня была нормальная. Так вот, если взять 825 гривен, разделить на 30 дней, это получается 27 гривен 50 копеек. Это все, что студент может себе позволить в день. Вот он придет к вам, и что у вас можно взять самое дешевое из салатов? Салат с капустой или бурячок? Вот свекольный салат, он стоит 3,50. Вот, да. Хорошо. Беру свеклу. Я хочу самое дешевое первое блюдо. Сегодня грибной суп. Грибной суп 7 гривен. Чувство, останусь без второго. Так, давайте грибной суп за 7 гривен. Пожалуйста. Так, подождите, у меня 10 гривен 50 копеек уже ушло на суп и салат. Мясные блюда от 10,50, да? Да. 10,50 котлета куриная с овощами. А овощи это еще... Морковь. Это гарнир, да? Нет, это просто делается... Это внутри котлета. Котлетная масса, да, такая. Давайте мне куриную котлету тогда. Гарнир вот как? А самый дешевый гарнир? Рис. Рис 4,50. Давайте мне тогда еще и рис. С овощной подливой или без? Нет, без подливы. На подливы мне уже не хватит. Можно полпорции подливы сделать? Давайте мне полпорции подливы. И подлива 2 гривны. Сколько сейчас получается? У меня уже 10,50 стоит. Итак, давайте посчитаем. Салат из свеклы 3,50. 7 у меня стоит суп. Это 10,50. Да. Плюс у меня котлета 10,50. Рис 4,50. И полпорции подлив. У меня осталось еще 1 гривна студенческая. А кофе сколько стоит? Сегодня по 3 гривны эспрессо. Эспрессо по 3 гривны? Yes! Это же мой любимый кофе. И эспрессо за 3 гривны. Немного выбился из бюджета, но ничего, зато буду без хлеба есть. Здрасте. Здравствуйте. Вас как зовут? Светлана. Свет, сколько с меня? Значит, суп, грибной горячок, рис, котлета и эспрессо. 29,50. Можно я рассчитаю с карточкой? Да. Мой чек 29 гривен 50 копеек. Немного выбился из бюджета. В среднем бюджет студента в день 27 гривен 50 копеек. У меня 29,50. Можно тогда я откажусь от эспрессо, допустим, чтобы я вписался в свой студенческий бюджет 27 гривен 50 копеек? Мы просто можем вам, Да, да. Часто отмены бывают? Бывают, да. Бывает так, что людям денег не хватает? Бывает. 26,50 так получается. 3 гривны я вам возвращаю. Все, да. Спасибо большое. Ну что, теперь пойду дегустировать. Дегустуємо, як завжди, разом із кухарем. Подходите, а не робейте. Садитесь. Я вас взял все самое дешевое. Сейчас я все достану. Буду по очереди пробовать. Так. Начну я с салата, как полагается. Пробуйте. Ну что, Аня, свеклу вы не переварили, поэтому к свекле вопросов нет. Сахара тут совсем чуть-чуть. Есть соль. Плохо, конечно, что растительное масло не сильно чувствуется, даже несмотря на то, что салат за 3,50. Этот салат есть полезно и вкусно. Так,
В грибном супе растительного масла побольше. Тут уже для студента калории есть. Я вижу морковка, картошка, грибы. Во-первых, здесь много грибов. Картошка разварена хорошо. Так, суп мне тоже понравился. Как студенты поступают? Вначале съедают гарнир, чтобы наесться, а мясо оставляют на потом. Я именно так и делал, когда был студент. Рис рассыпчатый. Да, и, кстати, полпорции подливы вполне хватает на одну порцию риса. Ну, как вам сказать, подлива слегка кисловата из овощей. Мне нужно добавить немного сахара. Хотя это дело вкуса. Рис у вас рассыпчатый, и он у вас не склеился, и поэтому рис вкусный. Теперь попробую котлету. Пробуем. Верхняя часть котлеты жестковатая, но внутри, там куриный фарш и морковь, сочетание это классическое, и у вас не так много моркови, вы не положили туда много хлеба, лука в котлете нет, хлеб здесь не чувствуется. Единственное, что подумайте над панировкой, чтобы она не была такой жесткой. А так котлета у вас вкусная. Спасибо. Ну что, я заплатил за все 26 гривен 50 копеек. И, в принципе, студент этим наесться может, Аня. Но ожидать особых кулинарных изысков тут не приходится. Хотя все было в меру вкусно. Спасибо. Аня, я вас отпущу тогда. Спасибо. Что ж, час порадитись із командою. Мы провели ревизию в бистро-пиццерии «Смачні традиції». Экстерьер. Кафе занимает двухэтажное здание по адресу улица Шевченко, 15. Цены. За свекольный салат, грибной суп, куриную котлету и рис с половиной подливы я заплатил 26 гривен 50 копеек и рассчитался карточкой. Я постарался и вписался в дневной лимит студенческой стипендии. Обслуживание. В кафе «Смачні традиції» самообслуживание, чистота. В туалете убирают, но грязь нашлась. Под ободком унитаза, в переливе раковины и на ерше. А теперь кухня. Она большая и просторная. И там тоже убирают. Практически все простикировано. И у вас чистое фритюрное масло. Это редкость. Но на вашей кухне нашлось место и для проблем. Анна. Кастрюли и готовая еда не должны стоять на полу. В мясном холодильнике не место для рыбы. В холодильнике десерты не накрыты. На заправленных майонезом салатах и тортах с кремом есть только дата. И ни на одном не указано время производства. Срок годности таких блюд измеряется часами, а не днями. Что скажете? Они у нас не стоят по дням. Вы сами видели посещаемость нашу. Мы справимся, мы будем ставить время. Ну, я вам клянусь, они все свежие. У нас нету ничего вчерашнего. Я видел на десертах вместе с вами, Аня, стикеры и 13 числа, и 15 числа. Ань, не разбери их. Срок годности у них истекает очень быстро. Вы обязаны за этим следить. Девочки, вы стараетесь. Но есть моменты, которые нужно подтянуть. Потому что к фастфуду особые требования. Эта ревизия ставится на паузу. Мы обязательно к вам очень скоро вернемся с повторной проверкой. Спасибо вам, девочки. До свидания. До свидания.